Всем привет, с вами Мистери, не забывайте подписываться на канал. Кадыров заявил, что в Чечне безопасно и выгодно. Он также заявил, что для Чечни важны бизнесмены и люди, умеющие вести свое дело, поэтому власти будут активно с ними сотрудничать и помогать предпринимательству. А президент Чечни Рамзан Кадыров в ходе встречи с председателем правительства Чеченской Республики Муслимом Хучиевым обсудил итоги участия на Петербургском международном экономическом форуме. По словам Кадырова, в рамках этого форума Чечня заключила важное соглашение, среди которых договоренность по использованию технологий для уменьшения потерь в электросетях и контракт с фондом поддержки интернет-инвестиций. Кроме того, председатель правительства Чечни встретился в Рио губернатора Петербурга и договорился о сотрудничестве регионов. Инвестор ищет, где безопаснее, где лучше рентабельность. Все это есть в Чечне, заявил Рамзан Кадыров. По его словам, в Чечне 48% нацпроектов, по которым идет активная работа. Он отметил положительные динамики роста инвестиций, объема строительства и производства. В то же время мы активно решаем проблему безработицы. 76% якобы безработицы снизилось до 8%. Подчеркнул глава Чеченской Республики. Кадыров заявил, что для Чечни важны бизнесмены и люди, умеющие вести свое дело, поэтому власти будут активно с ними сотрудничать и помогать предпринимательству. Ну а сегодня на этом все. Подписывайтесь на канал. До новых встреч.